Новости. Улица Васильева в Ставрополе скоро преобразится. Здесь заменят старый асфальт, оборудуют тротуары и сделают аллею. Основательного ремонта здесь ждут несколько лет. Местные жители обращались к депутатам с просьбой благоустройства. И в этом году коммунальные службы приступили к работам. И сегодня собрали жителей сказать о том, что работы начались, ремонтные работы полотна дорожного уже пошли, тротуар, принято решение, что это будет переделан в аллею, которая будет идти от Кулакова до Шабалдаева с установкой лавочек, с освещением, с выделением плафонного освещения. Ремонт будут проводить ночью, чтобы не мешать местным жителям и не создавать пробок. Уже проложили один слой дорожного полотна и расчистили 4 ливневки. Также депутаты отметили, что к осени на улице Васильева появится остановка общественного транспорта. А для того, чтобы работы были сделаны качественно и в срок, местным жителям предложили организовать группу народного контроля. Мы сегодня ради того, чтобы жителям дать обратную связь и сказать, что вот работы начались. И в свою очередь попросить всех жителей Северо-Западного района принять участие в контроле за проведением работ. Потому что мы эту работу делаем не ради одного года или двух лет, а делаем на ближайшие, скажем, 5 лет. Встреча оказалась очень продуктивной. Жильцы рассказали о проблемных точках микрорайона. Депутаты взяли все вопросы на контроль. Обещали нам поставить новый забор. Этот перенести, поэтому будем ожидать улучшения нашего дома. Нам пообещали сделать новую детскую площадку, потому что у нас в 82-м году сдан дом, и этой площадкой никто не занимался. Детей много. С остальных домов приходят нам гулять детки. Как отмечают представители власти, ремонтные работы завершат уже к осени. Анастасия Данилян, Ольга Митяева, Игорь Маслиев, АТВ Ставрополь.